Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня по нашему плану проходит конференция, ой, извините, консультации по вашим, либо по вопросам, которые возникли в процессе работы. Ну, пока вот я вижу только из присутствующих. Как отзовитесь, да, Татьяна, здравствуйте. Слышно? Прошу отозваться слушателей. Пока не слышу ответа. Так, ага, Татьяна отозвалась. Да, добрый день. Видно и слышно. Юля, как у вас? Связь. Видно, слышно. Ну хорошо, прекрасно. Тогда, значит, сегодня я планировала поговорить по одному проекту. Ну вот, к сожалению, автора проекта пока я как бы не вижу на нашей встрече. Поэтому, значит, давайте вопросы, если у вас есть какие-то, мы с вами поговорим по вашим вопросам. Татьяна, вы из тех Татьян, которые уже сделали, да, у меня проекты? Так, ну вот я администрацию отослала, это такие организационные вопросы, отослала все ваши данные, значит, с тем, что вы как бы проект закончили. Ну, поняла по вашему вопросу, что, который вы, по вашей просьбе быть участником нашей консультации, и, в общем-то, пока, в общем-то, дано добро, то есть нет такого, что вас будут отключать, хотя... По правилам, как я поняла, от уроков по мере окончания работы, то есть получения проекта и сертификата по обучению, ну, как бы вот должны блокировать связь. Но так как мы только начинаем, и не полностью все уроки у нас еще присоединены теоретически теоретическим занятиям, ну, как бы вот этот вопрос пока остается открытым. Поэтому, ну, вот так присутствуем. Спасибо. Так, есть ли у вас какие-то вопросы, присутствующие сегодня на нашей конференции? Юля, вот вижу, у нас, да, появилась. Есть ли у вас какие-то вопросы, на какой стадии вы находитесь? Может быть, организационные вопросы или по разработке вашего проекта? Выслушать. Юля, нет вопросов, да, никаких? Угу. Хорошо, тогда, может быть, если как бы нет никаких таких назревших вопросов, давайте тогда присутствующей группой, вас пока три человека, насколько я вижу по своей табличке участников, давайте ваши предложения. По какой теме можно было бы поглубже поговорить? Какая тема вам волнительна? Не совсем, может быть, остались какие-то непонятные моменты? Так, тишина. Тоже вопросов нет никаких, да? Угу. И весна про обрезку деревьев. Какие деревья вас интересуют? Обрезка каких деревьев вас интересует? То есть плодовых деревьев или декоративных, группы декоративных?
принцип обрезки у них разный. Плодовые. Яблони и вишни. В регионе вы находитесь? Ставрополь. Ну, насколько я понимаю, так он, ага, так, Северный Кавказ. Плодовые деревья, в общем-то, обрезаются, если мы делаем весеннюю обрезку, то обрезка делается чисто по формированию таких растений, рекомендуется вот, делать по осени. То есть и яблоки, у вас такой регион, где нет зимнего жесткого промерзания, то есть длительных периодов холодов, когда может промерзать древесина, и если мы будем делать обрезку в осеннее время, то, соответственно, значит, растения могут поврежденными быть в силу каких-то климатических, осеннее время, как бы можно лишиться урожая. Поэтому, значит, делается в весеннее время, допустим, в таких регионах северных, как Дальний Восток или Урал, допустим, там желательно делать это весной, то есть по факту. В вашем регионе желательно осенью. Поэтому сейчас, как бы, я вам особо не рекомендовала бы ничего обрезать, если только санитарная обрезка. Чем она отличается? То есть те ветки, которые являются, мы говорим сейчас, я говорю сейчас про яблони, те ветки, которые мешают просветлению кроны, прохождению внутрь освещения, они должны быть убраны. Пересекающиеся ветки тоже должны быть убраны. То есть если вот они, допустим, трутся. В зависимости от сортов на яблонях оставляют максимальное количество скелетных ветвей от 3 до 8 в среднем. То есть это тоже будет зависеть от сорта, крупности яблок, плодов, которые будут вызревать на данном дереве. Поэтому на весеннее время вам остается только убрать поврежденные, поломанные или загущающие крону внутри кроны ветви. Кроме этого, можно обрезать, значит, побеги прошлого, выгнанные достаточно длинные, то есть однолетний прирост, вы его сразу увидите, это обычно достаточно длинные побеги, они могут в зависимости от состояния растения, особенно на поврежденных местах, если яблони старые, выгоняться могут метра, там, даже больше. Нужно укоротить эти побеги для того, чтобы вызвать рост боковых побегов, на которых будут уже формироваться так называемые коротенькие утолщенные побеги, которые называются плодушками. То есть переводить на формирование, на плодоношение. В общем-то, больше формирующую обрезку, допустим, на старых деревьях в весеннее время нежелательно делать. То есть вот таким образом. По вишням тоже, опять же, нужно смотреть, какие вишни. Вишни у вас идут, черешни, да, такого плана. Ну, у них обрезка практически такая же идет, как у яблонь, то есть в весеннее время корректировка кроны, корректирующую крону. Разговор о плодоношении, корректировке кроны на плодоношение, она достаточно, во-первых, по состоянию дерева, во-вторых, по возрасту дерева, ну и, соответственно, по культуре. То есть какой возраст растения будет от этого. Но общие положения такие. Вот для весенней обрезки убираем, еще раз повторю, те ветки, которые повреждены. У вас уже сейчас, значит, пробуждение почек, то есть вы увидите, значит, какие ветки не просыпаются вовремя. Они чем-то повреждены заболеваниями различными или по каких-то природных обстоятельств или, значит, каких-то технических моментов. Вот это все убирается. И внутренняя часть кроны должна быть свободна для того, чтобы проникал свет. Наибольшая часть. Иначе плодоношение уходит на периферию. Если говорить о молодых саженцах, то это будет зависеть от сорта.
В первую очередь, как вы будете выращивать растения, если мы говорим о яблонях, то молодой саженец обрезается для, значит, макушка на, для того, чтобы сформировать. Высота штамба в среднем где-то для яблони, опять же, на какую высоту вы будете выводить, то есть технология выращивания на плодоношение сада тоже разная. То есть можно выращивать яблони и в уровень, значит, до 2 метров высотой, да, крона, для того, чтобы можно было практически снимать руками, и на четкую, на четкое формирование скелетообразующих ветвей. И можно, допустим, выпускать свободную, свободный, что называется, свободный полет дерева, свободную крону, но тогда это идет в ущерб плодоношению, поэтому вы можете просто корректировать крону по той форме, чтобы она красиво вписалась в ландшафт. То есть вот по этим двум направлениям. Поэтому от этого будет и зависеть та обрезка, которую вы дальше в перспективе будете этим образцом. Надо ли белить садовые деревья? Ну, побелка, вопрос побелкой достаточно спорный. Для чего белятся деревья? Деревья белятся, значит, раньше белились для того, чтобы якобы убрать, во-первых, воздействие температуры в зимнее время, разница температуры, то есть если когда мы белим штамм, да, падение света, и света, свет падает на белый покров снега, потом отражается, попадает на темные стволы деревьев, и, значит, происходит нагревание в сосудах жидкости, она, естественно, в сосудах дерева, она, они, естественно, значит, разрываются, температура. И, значит, эта влага замерзает. И за счет этого получается морозобоины на таких растениях в плодоношении, то есть это яблони, абрикосы, персики и так далее. Вот. Сейчас, в общем-то, этот вопрос считается довольно спорным, потому что наблюдением на Дальнем Востоке я хочу сказать, что от того, что мы белим деревья, что мы не белим деревья, все равно происходит повреждение под беленными, значит, на беленом стволе все равно происходит именно повреждение вот этих, этими морозобойными. То есть, вероятнее всего, это бессмысленная работа. Если вдаться в историю, так скажем, побелки деревьев, то, в общем-то, это либо в свое время такой момент, когда, допустим, он до сих пор сохранился в африканских деревнях, где, значит, если деревня расположена рядом лесом саванны, возле, значит, на окраине где-то саванны, где находятся большие деревья, то деревья раскрашиваются разноцветные, так раскрашиваются разноцветные цвета. То есть просто чтобы, ну, сделать красивый пейзаж, скажем так. Они могут синие, оранжевые цвета стволы деревьев раскрашивать и так далее. Если говорить о побелке тех деревьев, которые были у нас, вот, да, то, что вдоль дорог, допустим, в городах побелка, то, оказывается, история говорит, когда не было в зимнее время освещения дорог, то тем самым в темноте вот эти беленые стволы, они просто указывали ориентацию дороги, и куда можно было ехать. Ну вот. Но потом это в советские времена тихо, плавно переплыло на плодовые деревья, и поэтому сейчас это вопрос спорный. Если только ранней весной, для того, чтобы уберечь от морозобоин. Кроме этого, если еще есть такой момент, профилактика против различных, в эти побелочки добавляются и противогрибковые препараты различного рода, то есть от болезней, и против вредителей, то это не обязательно может быть побелка, любая жидкость, как мы обычно опрыскиваем, то есть связующий какой-то, берете раствор, и этим раствором просто наносите, просто наливаете туда, добавляете, если эта побелка не готова, в готовых побелках, как правило, уже все это добавлено, и пробеливаете деревья. То есть, ну, получается, по сути, это просто сделать красиво на участке. Весеннее время защитить от вредителей можно, но белый цвет здесь никакой ровно роли играть вам не будет. Вот. Ну вот, в общем-то, вот такая вот информация. Поэтому тут дело ваше. Будете вы
наблюдатель за растениями на своем участке, и вы поймете, когда и что нужно будет делать для того, чтобы они были здоровыми и красивыми. Так, ну, смотрю, новые участники. Пожалуйста, какие есть вопросы? Значит, многих из вас я вот вижу по вашей регистрации, которая сегодня у меня высвечивается, что вы новенькие, то есть впервые появились у нас, ну, может быть, не первый, так второй раз появились на консультации. Пожалуйста, ваши вопросы. Ваши вопросы. Так, слышите, нет? Ага. Так, у меня связь хорошая, то есть я вижу все, что у меня идет микрофон, поэтому это что-то всего у вас, посмотрите внимательно, не выключили, вот наверху есть такой ярлычок, да, услышали, все хорошо, прекрасно. Еще, пожалуйста, вопросы. У меня автор проекта, который сейчас у меня высвечен на экране. Не на консультации. Нет, не появился, да? Так, ну хорошо, тогда для новых участников профессиональные дренажные работы очень дорогие. Вы знаете, Юлия, я как бы, в общем-то, вам по не смогу вас ориентировать по ценам. Почему? Потому что, в общем-то, в каждом регионе не свои. Это часть строительных работ, часть строительных работ. И если как бы вам дренажные, отведение дренажное нужно будет делать с техникой, то, конечно, это будет, вот рассчитывайте примерно так, что на сколько времени будет работать техника. Из этого расчета вы, какая техника вам нужна. Если это будет, допустим, мини-экскаватор, узнайте просто в своем регионе, сколько стоит часть экскаваторщика, прикиньте, или узнайте, работают, значит, как, с какой объем работы и за какое время они могут сделать, поэтому тем самым вы по своему чертежу можете соотнести работы, которые вам необходимо сделать, и сколько это будет стоить с техникой. Если это можно будет сделать вручную, да, это я говорю именно по работе, вручную, то тогда нужно будет просто, опять же, прикинуть, сколько будет бригада работников, как она будет оплачивать. Это нужно узнать, да, вернее, сколько они берут за работу. Соответственно, рассчитать, за какое время они сделают этот объем, когда вы получите эту сумму. Материалы я сюда не вкладывала. То есть вот примерно расчет, схема расчета будет такая. То есть это нужно все узнавать у себя в регионе. Прозвоните частные какие-то фирмы, узнайте, потому что, допустим, у всех в регионах разные совершенно суммы будут. По-хорошему специалисты занимаются разработкой дренажного проекта, это занимается инженер. Если вы все-таки готовы, а это хороший подход, то что вот вы вопросы, какие вы вопросы задаете, это правильный подход планирования своего участка, потому что сами делаем, да, вот рисуем вот эти вот веселые картинки, это не проекты, это просто действительно красивая картинка, то потом, перенося на, непосредственно на участок, люди сталкиваются с массой проблем. Поэтому заказывать нужно, если вы все-таки готовы к тому, что свой участок
И качественно вам нужно заказывать инженерный проект. Это делают приличные ландшафтные фирмы, которые занимаются именно невеселым. Прозванивайте, также узнавайте. Они делают именно вот эти вот проектные работы. Либо различные инженеры, которые работают, землеустроители, которые работают вот именно с земельными объектами. Они вам все это могут сделать. Стоимость таких вот не дешевая, если делается проект. Вот, но зато у вас будет вся полностью весь комплект документов, в котором будет, значит, все разбивки, просчитано все количество материалов, которые вам необходимо, то есть будет вложена работа, то есть стоимость, полная смета будет сделана, и плюс, значит, вот эти вот все чертежи, по которым можно будет работать. Почему? Потому что там будут сделаны все разрезы, которые необходимы, с разбивочными чертежами. Такому хорошему проекту, качественно и правильно выполненному, вы можете либо работать сами, если вы строитель, ну, не конкретно вы сами, ваши люди, значит, которые там, или, значит, ваши родственники, которые разбираются в чертежах, они могут все это, ну, как бы каким-то образом понимают, да, эту работу, либо вы будете нанимать работников. Ну, как правило, если приличная ландшафтная фирма, то она и делает эти чертежи все эти расчеты делает, и потом сама же выполняет работу. Это получается дешевле. Так, еще вопросы? Пожалуйста, спрашиваем. Пока нет, да? Так, участник у нас не появился, который сдавал проект. Не отзывается, по крайней мере. Ну, раз сегодня уже вот перед вашими глазами на демонстрационном экране, поэтому давайте тогда сегодня поговорим о тех, значит, отчетах, потому что вот как бы по этому на этом проекте, потому что все проходят через эти ошибки. Ошибки, как правило, типичные. И, в общем-то, даже все, кто начинает работать, как правило, делают одно и то же. Вот. Поэтому для того, чтобы вы как бы немножечко другими глазами посмотрели, я кое-какие нюансики вам на этом чертежике покажу, на этом эскизе, который вот уже, в общем-то, сдан как проект. Значит, напоминаю схему, по которой мы работаем. То есть первое, рассматриваем основную территорию, да, первая наша консультация и первый наш урок, про который мы говорили, мы должны с вами посмотреть ситуацию. На план основные постройки, которые существуют, и то, что меняться не будет, то есть это постройки, площадки, деревья, если они не убираются, или какие-то посадки, которые нежелательно убирать. Вот. И, значит, вот после этой ситуации точки, ориентацию по свету, смотрим господствующие ветра, то есть природное положение, да? Обязательно
обращаем внимание на красивые виды, куда мы можем посмотреть. И второе, что нам нужно закрыть для того, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Второй этап. Значит, нам так вот по первому этапу, значит, что по этому участку? В объяснительной записочке написано, в записке написано о том, что на этом участке существуют уже определенные постройки. Это существующий дом, существующая баня, это существующие хозяйственные постройки, значит, это сарай вместе с компостным, с компостной кучей. И, значит, въездная площадка. Вот таким вот образом. Остальное, есть тут часть, которую не хотели бы менять. И так задача стояла для того, чтобы наполнить этот участок определенными, значит, транзитами, дорожками, которые должны и сделать композицию сада природной. Итак, то, что мы оставляем на месте, это у нас еще эти вот построечки, да, вот одна постройка, вот эти постройки, вот эта постройка. Ну, насколько я понимаю, наверное, веранда тоже принадлежала к этому, остается на месте. Значит, пожелание, что иметь, опять же, зоны отдыха, небольшой водоем с цветниками и альпийским сооружением, и продумать какие-то, значит, сооружения и дополнительные из камня. Естественно, огород и, значит, посадки плодовых деревьев. Вот эти вот деревья плодовые, которые вот здесь вот нанесены, они, в общем, уже существуют, и убирать их не надо. Теперь, значит, следующим этапом, то есть это все нанесено, показан, значит, направление серое. Единственное, трудно понять смотровые точки. То есть первое, ну, это можно все как бы объяснять. Не обязательно на чертеже объяснять, можно объяснить в пояснительной записке, можно показать, значит, какими-то значками, откуда смотрит просмотр будет тех или иных композиций, которые будут составляться. И, значит, вот показан вот таким вот необычным способом масштаб. Поэтому первое мое замечание сразу, я не смогла определить масштаб, в каком был выполнен этот чертеж. То есть, в первую очередь, необходимо наносить масштаб в том виде, который приемлем на чертежах. То есть, F, двоеточие, 1 к стальките. То есть, сразу же берете четкие цифры, по которым я могла бы соотнести правильность размеров ваших фрагментов, которые вы сюда, и тех объектов, которые вы сюда нанесли. Потому что даже глядя вот сейчас, значит, допустим, на чертеж, получается у нас вот этот вот цветник практически занимает размер половины дома. Трудно сказать, правильно это или нет, тем более, что внутри цветника в конечном итоге не написано, какие находятся растения. То есть площадь цветника достаточно большая получается. И вот это чисто зрительное такое восприятие сразу. То есть это первая ошибка. Обращаем внимание на масштаб. Для того, чтобы я смогла дать какие-то корректировочные, значит, рекомендации, нужно нанести правильно масштаб. Итак, а дальше. Следующая наша задача. После того, когда мы нанесли основные объекты, которые существуют, и которые мы убирать не будем, менять местами, то есть они стоят на том месте, в котором уже есть. Следующая наша задача — правильно выполнить зонирование в связи в соответствии с тем техническим заданием, которое вам выдали. То есть, что будет на этом участке существовать. У нас остается зона хозяйственная, зона въездная, зона огорода и зона отдыха. То есть, это основные пожелания. Внутри этих зон уже будут какие-то определенные фрагменты. Итак, смотрим на предмет того, как выполнено зонирование. Объекты стоят на месте, да, постройки, то есть мы их никуда уже не двигаем. Вот у нас стоит баня, вот у нас стоит хозяйственная постройка, вот у нас стоит дом. В той зоне, которая хозяйственная, должно быть все соединено каким-то образом так вместе, чтобы до них было удобно доходить. Но так как у нас находится... Ворота у нас находятся, въезд вот здесь. Зона находится хозяйственная с постройками здесь. То есть здесь находится компостная куча.
то, соответственно, логично и идут посадки. То есть, если вот мы смотрим по экспликации, да, вот 21, вот у нас группа, да, вот под номером 21. То есть это плодовое, да? Оно правильно здесь расположено. Дальше. Большое дерево номер 22. Возле хозяйственных построек. Логично. То есть оно там существовало, видимо, так оно там и остается. То есть вот эти вот посадки, они как бы существуют правильно. То есть получается зонирование, когда мы начинаем делать, нам необходимо совместить огород и все желательно основные кусты будут нести ландшафтного, значит, ландшафтной такой нагрузки, мы должны их все собрать в одно место, потому что интересны в плане ландшафта, и они, в общем-то, мы должны сделать так, чтобы зона у нас каким-то образом была, таким образом нас, ну, как бы, не сильно привлекала наше внимание. Но в то же время мы должны спокойно до нее добираться, и дорожка должна быть туда. Значит, достаточно сделано широкое, чтобы можно было подъехать. Смотрим, что здесь у нас получается. Если мы говорим по кустарникам, то кустарники вот они находятся. А огород у нас находится вот здесь. То есть первая ошибка, которая была сделана, каким образом вы от компостной кучи, даже логично, от компостной кучи будете добираться до грядок, либо наоборот. Компостная куча — это то место, куда вы будете выносить. Вам не нужно на огороде. Получается у нас, мы, значит, вот на огороде поработали, и мы должны вот таким образом вокруг дома как бы обойти площадку через то, что у нас здесь идет зона отдыха. Вот она, да, зона отдыха. Вот здесь вот у нас идет патио. А вот здесь вот у нас идет вот сюда. То есть, наверное, логичнее было бы и по расположению света логичнее было бы все-таки отнести вот в эту часть огород, который есть, да, чтобы он был вот, он в этой части присоединен вот к этому блоку хозяйственному. И раз уж нам далеко до него ходить, в связи с тем, что уже постройки стоят на месте, то если мы завозим, допустим, какие-то либо строительные, либо какие-то органические удобрения, то вот с этой площадки мы напрямую могли бы по дорожке доехать сюда. Закомпостируем, значит, тот же навоз мы привезем сюда, то каким образом мы будем двигаться на огород, непонятно. Поэтому это была первая. То есть логично было бы, еще раз повторюсь, зону, я вот так сейчас ее утрированно, да, так вот говорю, в этой части расположить эту хозяйственную зону. Зона отдыха у нас вот в этой части будет находиться. И часть зоны отдыха можно... Это даже не зоны до отдыха, а это такая проходная зона, которая, на которую не сильно нужно обращать внимание. Но, опять же, мы не знаем, где есть точки. Если, допустим, народ будет находиться на веранде, и им необходимо, вот так как здесь находится патио, положение патио чем-то обусловлено, значит, ну, вроде как логично, правильно, да, вот это вот, с этой верандочки выйти вот на это патио в зимнее время. Мургаться тоже можно. То есть вот эту часть можно оставить. То есть получается, по зонированию вот эта зона остается огорода, эта зона идет отдыха. Не знаю, что здесь за окно, здесь какое-то окно есть, но вероятнее всего, что здесь тоже сделать какую-то зону отдыха, которую передвинуть вот в эту часть. Более с этой стороны получается как бы юг. То есть получается три основные зоны отдыха. Еще пятая, беседка. Беседку можно было как в зоне отдыха оттянуть сюда. И вот тем более, что здесь есть скамеечки. Вот эти скамеечки, их можно было бы объединить вместе с беседочкой. Вот в этой где-то части можно было бы сделать озеро, для того, чтобы зона отдыха у нас... Или отработать ее вот так. Вот. В этой веранде, вот в этой части захвата. То есть зонирование, ошибочка в самом зонировании, потому что приходить
значит, огород оказался у нас, хозяйственная зона у нас оказалась разорванной. Дальше, следующим этапом в планировании, мы должны, планирование, оно сразу связано с транзитами. И вот следующим этапом нужно правильно, то, что я сейчас уже касалась, дойти от одной зоны к другой. Дорожки должны быть комфортными. Напоминаю, что пожелание было работать, планировать сад в пейзажном стиле. То есть дорожки должны быть плавными, какие-то природные, красивые, созданные группы и так далее. Тогда, тем более, значит, вот эти вот дорожки, которые у нас в этой части, они должны быть выполнены таким образом, чтобы они подчеркивали красоту создания, допустим, зоны отдыха. То есть это, естественно, на бане дорожка должна быть больше, да? То есть в среднем, то есть если туда нужно подвозить дрова, то мы говорили, да, об этих параметрах, то, соответственно, ширина дорожки должна быть. Но опять же, возвращаемся к тому, что если мы будем туда привозить, в баню возятся дрова, то вот по такой размытой дорожке начинается кривая, наверное, ходить будет неудобно. То есть вот момент формы дорожки нужно было тоже продумать. То есть не обязательно может таким образом, если с какой стороны, откуда мы будем возить, может быть логичнее было бы сделать вот таким вот сюда, в эту сторону. Ну, я не говорю, что форма будет, но тем не менее, если мы отсюда завозим, то логичнее было бы сделать ее сразу к этому входу, то есть не обязательно тянуть через эту часть. К основным постройкам тоже дорожка, значит, у нас остается, к основным хозяйственным постройкам она жесткая, потому что нам нужно будет что-то по ней возить. Но мы не забываем о природности сада, то есть это две основные дорожки, которые должны быть плотными. Все должно быть прогулочное, степовое. И в любом случае, любая дорожка, она должна быть частью геометрической фигуры, не того, значит, какая она степовая или она в жестком покрытии будет находиться. То есть либо это часть овала, либо это часть эллипса и так далее. То есть вот эти моменты нужно четко продумывать. Не работайте от руки, значит, геометрическими инструментами для того, чтобы сделать красивую форму дорожки. Красивую форму дорожки. Значит, напоминаю, вот это по природной, что можно сделать дорожку таким образом, чтобы она была в разбежку степовая, между можно сделать какие-то природные вставочки с посадками, потому что основное покрытие мы видим здесь газон, а коп, в общем-то, осталось не так уж и много, то есть вот цветник. Планированная ширина дорожек и та форма, которая, значит, принята на данном, к данным, по дорожкам к данным сооружениям, вам необходимо, четко, когда вы планируете вот эту форму дорожки, смотреть, какие кусочки покрытия у вас остаются между дорожкой и основными вашими строениями. Потому что опять та же самая ошибка. Смотрим. Дорожка 10. Маленький фрагментик. Что это такое будет? Как вы его будете окрашивать? Если это будет цветник, то для цветника это мало. Рядом находится цветник. Даже если мы вот вероятнее всего, что останется именно сейчас спланировано, потому что дорожка здесь необходима, потому что, насколько я понимаю, вход на веранду в любом случае с этой стороны и с этой, по крайней мере, как он обозначен, или либо это вот это, нет, это получается вот здесь вот. Если вход с этой стороны на веранду, то тогда тем более он не обоснован, то есть здесь должна быть какая-то определенная площадка. Как раз можно было для того, чтобы внести часть цветника, так как вот он цветник, то есть соединить вот эту всю, если мы оставляем патио здесь, этот весь большой фрагмент в частичное покрытие с краплениями
различных, значит, цветочных композиций, так как и подобие декоративного, как декоративный огород, допустим. То есть это могут быть такого шпального типа покрытия, либо это могут быть квадраты, либо это положим, значит, натуральный камень, и между ними высажены какие-то растения, а вот здесь вот уже вдоль этой части можно было, чем это было бы и лучше, практичнее, да, мы сейчас говорим даже не столько о красоте, сколько о практичности планирования. Проходя мимо, значит, в первую очередь мы создаем зеленую зону большего количества, чем мощение. Второе, мы оставляем природу частичного мощения натуральным камнем, да, там пожелание также было выполнение натуральным камнем дорожек. Вот. И мы эти фрагменты, внутри которых неудобно будет потом впоследствии их обрабатывать. То есть мы не забываем о будущем, как мы будем с этим участком дальше работать. Тем самым мы вот убиваем несколько зайцев. И если все-таки у нас, опять же, вот это патио с этой верандой соотносится и обусловлено время, то тем более логичнее, чтобы вот эта площадка была полностью с натуральным камнем, с краплением. Это было бы намного удобнее, на мой взгляд. Значит, следующее. Ну вот смотрим также по... Значит, вот еще один момент, на который хотела бы обратить внимание. Даже если мы рассматриваем вот этот вот участок, где, да, с деревом, с беседкой, с озером, с, вероятнее всего, с альпийским сооружением, да, каменным, то здесь аналогично для того, чтобы, в общем-то, любоваться, да, любоваться тем, что, значит, какая композиция здесь сделана, лавочки сидеть никто не будет. Почему? Вот как эта лавочка находится спиной к дорожке, вам смотреть не на что. Если мы сядем лицом сюда, нам смотреть будет, что, но нам здесь будет некомфортно, потому что наша спина будет открыта. Мы не забываем, что лавочка – это место, если не уйдет, по крайней мере, комфортного расположения. То есть в любом случае в этой части должны быть сделаны либо какие-то посадки. Это может быть одно дерево, да, которое как бы накрывает лавочку и своим стволом дает опору психологическую. Либо это может быть живая кустарников, либо это высокий цветник, но в любом случае спинка должна быть закрыта. На эту лавочку, то она спиной сидит, спиной человек находится к огороду, ой, к забору. То, что здесь ничего не посажено, но здесь вот находится, допустим, большое какое-то дерево, рядом с ним находится лавочка. Это уже более-менее комфортно, потому что спинка закрыта, сбоку одно дерево, то есть можно уединиться и так как бы вот наблюдать за всем происходящим. Что здесь. Поэтому обратите при расположении, значит, вот таких вот мест уединения, ну даже может не столько уединения, а места отдыха, обязательно комфортно. Итак, следующим этапом посмотрели, значит, ошибки по транзитам, посмотрели ошибку по зонированию. Вот теперь смотрим, значит, каким образом у нас расположены цветники и наши посадки. В том виде, в котором у нас идет описание, да, как мы вот здесь написано, так, 9 колодец у нас, так, где у нас колодец? Так, 9 колодец. Так, так, так. На чем мы остановились? А, так вот еще, значит, по расположению цветников и посадок. Значит, я вам напоминаю, да, о том, что основная ошибка, которая, как правило, ага, так, у нас автор, очень приятно. Так, колодец рядом с верандой, ага, то есть вот это все-таки колодец, да? А не... Значит, когда мы располагаем
под озеленение, они должны быть у нас четко ограниченной определенной территорией. Почему вот я и говорила вам, что удобно очень соединять цветники с мощениями. Очень часто, допустим, дорожка идет в цветника, да, то есть соединение. Но если мы хотим сделать пейзажный сад, то все-таки желательно, чтобы как в лесу мощение плавно переходило в цветник, плавно заходило на мощение. То есть это достигается просто разрывом края мощения. Тогда получается либо это квадрат, либо это, значит, какие-то вставки короткие и так далее. Не только вот этой вот извилистой формы, про которую ну, как бы пытаются все сделать, и это говорится о том, что это довольно спорный вопрос в современном решении. То есть природность сада создают посадки. Значит, посадки в четких геометрических формах, но в природном стиле, то есть тогда, когда создается культура, высаживается, создается типа лужка, либо, значит, там цветущего края берега там, и так далее. Именно композициями из растений создается вот эта природность. Поэтому, значит, возвращаясь к началу, то, что мы говорили о четкой границе. Вот смотрите, даже если мы оставляем так, как все как есть. Вот здесь вот у нас расположена дорожка. Вот здесь вот у нас находится как бы вот этот фрагмент. Говорить о том, что, значит, вот я вам говорила, да, то есть невозможно соотнести размер. И вот эта вот разница, которая находится между дорожкой и вот этот вот кусочек, допустим, его можно оставлять. Но, тем не менее, вот с этой стороны у нас уже остается кусок, который вообще никоим образом не задействован. Итак, значит, форма вот здесь вот у нас определена, в этой части парников у нас определены, пускай они остаются так, как есть, но встает вопрос прикорневого круга. Каким образом вы будете работать с газонокосилкой или с триммером, если ваше растение, вот эти вот кусты, хорошо крупные деревья, да, у них достаточно плотное корневое, ну, крупное уже основание, и вы можете там, возле нее, как правило, уже не растут, у старого дерева не растет трава, не поднимается высоко, потому что питательных веществ ей там. Поэтому получается, что там близко окашивать возле ствола невозможно. А если мы говорим о кустах, то вы подлезьте с корней или с триммером уже не сможете под кусты. Почему? Потому что вы тем самым, во-первых, вам работать будет неудобно, во-вторых, некомфортно, да, самому, то есть лазить там под кустами. Во-вторых, значит, если вы даже будете это делать, вы можете повредить основание куста, и тем самым, значит, растение будет у вас болеть. Поэтому в любом случае встает вопрос прикорневых кругов, которые должны быть сделаны. И потом вам нужно будет, так как это кусты, которые у нас, особенно в огороде, в хозяйственной зоне, которая является плодовыми, вам еще кроме этого нужно вносить и подкормки в виде органических, допустим, удобрений, перегноя, там, компоста и так далее. То есть это нужно куда-то высыпать. Поэтому прикорневой круг обязательно должен быть организован. Ну, в общем-то, это не обязательно показывать на чертеже, но я просто как бы на это обращаю. Теперь вот, допустим, смотрим на сами формы, да, вот этих цветников, которые у нас есть. В общем-то, вопрос достаточно спорный, можно иметь, конечно, и такие цветники, но, опять же, вот, если говорить о общей композиции, не забываем о том, что композиционное решение участка по посадкам, значит, по фрагментам, должна быть такая композиция, вот закройте кусочек. Если вы видите, что у вас композиция осталась, значит, вы что-то сделали не так. Потому что композиция, из чего, вот так вот утрирован, то, из чего ничего нельзя убрать и ничего нельзя добавить. Если я закрываю вот этот вот кусок, все остальное, весь этот горох существует. Вот это существует само по себе, вот это существует само по себе. Оно даже никак не связано ни с этим, ни с этим. То есть я закрываю кусок. Композиция цельная, да, которая у нас существует, вот этот кусочек, который существует
ну, как бы более-менее единым целым. То есть вот на эти моменты, да, тоже нужно будет обратить внимание. И вот эта вот посадка, вот плотная, хотя при всем при том, что она как бы нормально существующая, внутри нее будете лазить и косить. Вопрос, не забываем о том, как мы за всем этим потом впоследствии будем участвовать. Если не мы, то те люди, которым мы все это... моменты, на что всегда нужно обращать внимание. И вот ошибки, это вот основные ошибки, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Да, практически получается одно и то же. Зонирование, да, делаем так, чтобы нам удобно было туда ходить. Если не нам, то тем людям, которые. Если это прогулочная, если это зона отдыха, вот внутри нее вы можете ходить как угодно, можете гулять. Но до основных объектов вы должны дойти так, чтобы вам было комфортно. Это транзиты, на которые нужно обратить внимание. И третье, это идет хроста, которую вы наносите с помощью растений, тех фрагментов озеленения, которые вы планируете. Надо вам отвести взгляд от чего-то. Делаете то, что вот человек повернул из-за дома вот отсюда, да, вот с этой вот дорожки, или, допустим, вот отсюда он вышел, и вы не хотите, чтобы он смотрел вот нечего делать. Значит, вы здесь ах и садите что-то такое, на что он сразу раз уперся взглядом, зафиксировали на этом месте взгляд. Надо куда-то... И тем самым у вас вот эта дорожка, по которой человек идет, она должна быть зафиксирована какими-то видовыми... Либо это цветник, либо это плотная посадка деревьев, если вы хотите закрыть за дальний план. Если это, допустим, вы хотите что-то наоборот открыть, значит, вы должны дать свободу, и чтобы человек вышел, и сразу раз, и перед ним открылась какая-то панорама, и ему больше некуда было смотреть. Он может смотреть только туда, куда вы направили взгляд. Вот таким вот образом. То есть вот это та красота, та композиция, с которой нужно работать дальше. А потом уже, когда вы эти точки... группа будет большая, она будет высокая, она будет закрывать это место. А вот здесь у меня будет что-то яркое, которое должно уйти, зафиксировать внимание. Оно должно зафиксировать внимание. То есть это весной или это постоянно. Если это постоянно, значит, это должен быть какой-то цветник, который должен быть яркий. Цветничок по тем правилам, про которые мы говорили. Если группа, значит, многолетних каких-то, вернее, эти... то эта группа смотрим по плотности кроны, чтобы она у нас закрывала там что-то, да. Если вы хотите видеть чем-то хозяев, то вы должны вначале закрывать взгляд, а потом открыть вот так, чтобы человек вышел и ахнул, увидел там красоту, какие-то альпийские сооружения или еще что-то, то, чем вы хотите. Зона отдыха должна быть расположена так, чтобы человек не мог уединиться, чтобы никакие взгляды до него не доставали. Вот эти вот, это все достигается практически маленьких участках, если учесть, что этот участок маленький, он всего 5 соток, это все достигается только за счет растений. Другими способами вы можете ничего сделать. Вот по этой работе у меня как бы все. Еще я хотела бы сказать по, значит, экспликации. Ну вот выполнена вот таким вот образом она написана, да, номерочки, и там на какие сразу же вместе и фрагменты, и растения, да, фрагменты озеленения сделаны, и фрагменты благоустройства. Ну вот, что это клумбы, то желательно перечисляйте те растения, которые это не относятся конкретно вот к этому участку, потому что я поняла, что там растения уже по сильной записке, что растения там уже существуют, и ассортимент менять не будут. Поэтому здесь они не описываются. Но те, кто планирует, это клумба, то какие растения вы используете? Потому что создание цветочной композиции – это искусство, до этого нужно будет идти. То есть сейчас, даже скажем, только пока даже не касались этого вопроса, потому что для того, чтобы с этим вопросом работать, это нужно практически пройти. Знаю по растениям, то есть какие растения существуют, сколько там параметры, какие роста там. Только вкратце всего этого касалось. И, в общем-то, это нужно углубляться, углубляться, углубляться. Если вы все-таки вопросом будете заниматься, то нужно... Ну, вот я рекомендовала, что есть электронная
страница, которая называется «Энциклопедия садово-декоративных растений». Там описано, ну, в общем-то, интернет – это наше все, поэтому по параметрам растений можно там найти какие-то варианты. В общем-то, дальше спланировать. Нужно ли оставлять приствольные круги у взрослых деревьев на газоне? Приствольные круги — вопрос спорный. То есть если вы видите, что прямо вплотную к корневому взрослое растение, вот немножечко назад сплю, взрослое растение, оно не находится на уровне земли. Вот вы обратите внимание на взрослые деревья. Немножечко приподнимаются над землей, да? Вот этот вот комель, корневая шейка, она как бы расширяется и немножечко приподнимает растение. То есть чуть-чуть выше уровня почвы, кажется нам, да, как бы выступающим из земли. Вот это уже взрослое растение. Если у вас корневая шейка у вашего взрослого уже так поднялась, то там корневые приствольные круги можно не оставлять. Если это плодовые деревья, вы можете просто, да, допустим, но не делать жесткий контур. А если растение, так же, как, допустим, любое растение там в лесу или на поле, оно как палка, да? Оно растет, и такое ощущение, что оно раз — и в землю сразу ушло. То есть никакого утолщения на уровне земли, вроде так условного, да, приподнимания на корнях у него нет. То есть это растение, которое еще корневую шейку и мощь нарастило. Вот у них необходимо делать прикорневой круг. Как вы его зафиксируете? Это ваше. То есть мы о поребрике с вами говорили. Можно использовать поребрик, можно использовать, значит, сейчас есть кокосовые круги. Это я говорю про плодовые, укладываются. Можно круг из лутросила мульчировать его, допустим, корой. Это чисто как бы для красоты. Ну, для взрослых не обязательно. Прикорневой круг является тоже одним из декоративных элементов. И, в общем-то, можно... сейчас я попробую, вот если у меня здесь эта картинка. Так, сейчас посмотрим. То я бы вам, наверное, ее бы показала. Не здесь, но, в общем-то, по корневым кругам я могла бы вам показать очень как бы довольно интересные решения. Особенно когда делается геопластика, насыпается уровень выше корневой шейки. Вы знаете, да, что обращайте внимание на своих участках. Если вы меняете уровень земли, особенно со строительными работами, ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку у взрослых деревьев. И, в принципе, никаких нельзя засыпать. Есть несколько, значит, разновидностей видов деревьев, которые переносят засыпание корневой шейки. Вот, но основная масса нет. Поэтому приходится делать такие своего рода колодцы, которые, значит, их обрабатывать там камнем, каким-то образом делать красиво, решение какое-то делать эстетическое, для того, чтобы деревья существовали комфортно на участке. Но вот очень часто бывает такая ошибка, вот по поводу корневого, раз мы уже корневого кума с вами коснулись. Очень часто ошибка, что люди, заезжая на свободный участок, да, на новый участок, когда только земля, еще ничего не построено, ничего не сделано, и в первую очередь пытаются сразу: ой, ну что будет земля пустовать, я растения посажу. Все равно мне нужны там яблони, груши там, или кому-то елки, сосны там, и так далее. И начинают высаживать. Это грубейшая ошибка, потому что без выполнения планирования участка эти вещи делать нельзя. Даже не в том плане, что вы не туда посадите деревья, вы их посадите не в тот уровень. Как правило, начинаются строительные работы, поднимается грунт, вынимается, его девать некуда, его начинают, значит, разгребать по всему участку, уровень поднимается земли, корневая шейка находится ниже уровня, растение в конечном итоге потом погибает. Хуже, если взрослые деревья на участке, и потом нужно поменять, допустим, сделать, особенно на склоне, поменять уровень террасы какие-то сделать, наоборот, оголяет корневую шейку, растение висит на корнях, в конечном итоге приводит к тому, что дерево гибнет. То есть вот эти вещи очень серьезные, поэтому никакие посадки без выполнения, значит, основных работ по
нанесению высот, выравнивание, значит, грунта на определенные высоты на своем участке или на том участке, на котором будете работать, и планировать не надо. Это основная ошибка. У нас 3 минуты с вами осталось доработать. Вопросов нет. Тогда, значит, на сегодняшний день мы с вами прощаемся. Следующий у нас, значит, следующая суббота у нас выпадает на праздничный день 8 марта. Всех участниц нашего проекта я поздравляю с днем весны, с началом наших интересных ландшафтных работ уже непосредственно на наших участках. Значит, желаю всем побольше творческих идей, решение всех своих, значит, воплощение всех своих планов в жизнь. Всего самого хорошего и светлого. Но следующую субботу мы с вами не встречаемся, а встречаемся через субботу. То есть это будет 15 марта. Там у нас, значит, объявление модератора сделает администратор по поводу, либо это будет консультация. И если вы присылаете, пожалуйста, свои проекты, для того, чтобы можно было по ним поговорить, потому что все-таки по электронной почте невозможно описать всех тех рекомендаций, которые можно было бы вам дать по вашим работам. Значит, вопрос, что лучше, план рисовать или в электронном, или в электронном виде делать? Если вы можете делать в электронном виде, работать в какой-то чертежной программе, то это было бы очень интересно и для вас, и для нас. Но, в общем-то, у нас мы находимся, и наша школа говорит о том, что любой может сделать свой проект, независимо владеет он программами или нет, и какими-то определенными знаниями, поэтому в какой форме вам удобно, такой вы можете и делать. Но понятие рисовать, вот я говорю, что все-таки старайтесь работать с чертежными инструментами, если вы работаете не в программе компьютерной, а работаете от руки. Все-таки чертежные инструменты в первую очередь. То есть мы не рисуем, мы чертим. Мы чертим. Спасибо большое за пожелания. Всего самого доброго. До свидания.